Дамы, всем добрый день. Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного шитья. Сегодня вторник, 333-й лоскутный эфир. И сегодня, вообще-то я планировала, что мы будем шить лоскутный низ. Но по комментариям, которые я читаю на Ютубе и которые мне раздаются в WhatsApp, я понимаю, что профессиональных швейников или людей, которые просто когда-то шили юбки, среди нашего, так сказать, 71-тысячного коллектива достаточно мало. Поэтому для тех, кто не является профессиональным закройщиком, конструктором, швейником, технологом, я сейчас очень коротко и по смыслу, прямо вот сейчас, разберу, как мы будем шить основное тело юбки. Наше тело юбки, смотрите, первый, по-моему, 330-й эфир, где я вам об этом говорила, состоит из следующих этапов. Мы составляем выкройку 1:1, а потом, то есть 1:10 сначала, а потом составляем выкройку 1:1. После этого мы с вами раскладываем ткань и вырезаем эту выкройку, причем припуск у нас будет только сбоку, 1 сантиметр. Значит, дальше мы нашу с вами юбку пускаем под оверлок. После этого мы сшиваем боковые швы, после этого пришиваем молнию и делаем пояс. Точнее, я делаю не пояс, а просто обтачку. Ну, вот как вот здесь, вот видите. То есть я не люблю юбки с поясом с некоторых пор. Это с тех пор, как я поправилась на 6 килограммов. Ну, неважно, зато бюст. Ну, после этого мы с вами мочим юбку в теплой воде, навешиваем на подол прищепки и даем ей высушиться. Вот сегодня мы сделаем только это. Заранее прошу извинений у всех профессиональных швейников. Я понимаю, что вам это уже пройденный этап. Ну, давайте с уважением относиться к тем людям, которые у нас, ну, первый раз шьют юбку там или вторую, как бы. Пусть они юбку тоже сошьют хорошо. Если у профессиональных швейников есть какие-то полезные советы, как это сделать лучше, да вы не стесняйтесь, пишите в комментах. Я к этому совершенно нормально отношусь. Как бы я считаю, что у нас на экономическом факультете говорили, одна голова хорошо, а змей Горыныч лучше. Ну, то есть, когда вот все-таки больше голов, то, наверное, лучше. Итак, прямо сейчас начинаем. Итак, обозреваем первый этап того, что мы сделали. Смотрите, вот у меня выкройка юбки. Я сложила ткань по косой, вот эту вот льняную ткань, видите? И к этой льняной ткани по косой приколола выкройку юбки. То есть ткань сложена в два раза. По косой, вот центр юбки, вот здесь вот, видите, это боковой шов. Сейчас я в боковом шве прибавлю только 1 сантиметр. 1 сантиметр. Не буду прибавлять ни в талии, не внизу, потому что я сделала юбку с расчетом на то, что у меня будет окантовка юбки по косой. И сейчас я эту юбку, ну, то есть выкройку этой юбки, вырежу переднюю часть и точно так же вырежу заднюю часть. Это будет первый этап. Коротко смысл. Вот я по выкройке вырезала переднюю часть юбки. И сейчас точно так же, таким же способом, по этой же выкройке, вырежу заднюю часть юбки. Итак, следующий этап нашего с вами разбора. Мы вырезали два полотнища юбки, передняя и задняя. И сейчас мы их будем обрабатывать оверлоком. Договорились? Хорошо. Thank you.
Итак, дамы, посмотрите. Нашу работу с оверлоком мы закончили. Вот. И сейчас мы переходим к сборке юбки. Сшиваем боковые швы. И вот смотрите, сейчас мы на машинке сшиваем боковые швы с нашим любимым припуском 6 мм. Итак, дамы, внимание! Смотрите, сейчас мы с вами прошили правый бок, отступив от края 6 мм строчкой с шагом 2 мм. Правый бок. Теперь нам надо сделать левый бок. Вот он, да? Но мы с вами помним, что в левый бок нам нужно вшить замочек. И для того, чтобы вшить этот замочек легко и просто, мы с вами делаем следующую операцию. Мы с вами вот так вымеряем длину замочка. Ну, это 20 сантиметров примерно. И вот на эту длину мы строчим строчкой с шагом 5 миллиметров. Ну, то есть широкой строчкой, большой. А всю оставшуюся часть вот юбки бокового шва прострачиваем, тоже с припуском 6 миллиметров, но уже строчкой с шагом 2 миллиметра. Для чего это делается? Для того, чтобы мы потом вот эту 5-миллиметровую строчку могли распороть и вшить замок. Сейчас я все покажу. Смотрите, я ставлю шаг шва, ну, 4,5-5, даже 4 нормально будет, как бы. Вот на этом шаге я шью 20 сантиметров, ровно то место, где должен встать замок. Сейчас я меняю шаг машинки на 2 миллиметра. Сейчас, после того, как я прошила левый и правый бок, я пойду и разутюжу свои припуски шва в разные стороны. Вот так, на левом и правом боковом шве. Как вы понимаете, моя задача по вшиванию замка молнии выглядит совершенно простой. Я должна всего лишь распороть вот этот шов. Опороться он у меня будет легко, потому что я его шила с шагом шва 4-5 миллиметров, да? Вот он, видите? И к этому месту пришить замочек. Сразу договоримся о следующем. Если вас как-то по-другому учили вшивать молнию, вшивайте так, как вас учили. Главное здесь это достигнуть нашей цели. Красиво и без проблем вшить боковую молнию в нашу с вами юбку. Посмотрите, мы с вами легко и без особых трагедий вшили молнию. Сейчас я еще помажу вот этот замочек, это такой маленький секретик, бесцветной губной помадой, чтобы он что, лучше ходил. Вот он, видите? Сейчас эта помада распределится по замочку, и он будет прекрасно-прекрасно ездить. Ну, а сейчас займемся окантовкой верхней части юбки. Ну, а что же дальше, спросите меня вы. Дальше я буду обрабатывать верх юбки. Если вы хотите классический пояс для юбки, то я рекомендую вам воспользоваться, ну, либо услугами профессионального мастера, который вошьет вам пояс, либо обратиться к любому учебнику по технологии шитья, вот, например, Бурда. И здесь есть классические способы вшивания пояса. Все это подробно, очень детально. С немецкой, так сказать, педантичностью объяснено, поэтому совершенно спокойно можете полагаться на любые учебники по вшиванию пояса.
Мне не нравится пояс, и я обычно обрабатываю верх вот такой вот рулькой, косой бейкой. Косая бейка у меня шириной 3,5 сантиметра. И я сейчас остатки ткани, вот которые у меня есть, ну, выпады, вот от ткани выпады, я сейчас нарежу. Длина у меня, объем талии 78 сантиметров. То есть я должна отрезать полоску длиной 78 плюс сантиметр плюс сантиметр. 80 сантиметров. Соответствующим образом и вы у себя корректируете длину своей обтачки юбки. Краткий результат нашей с вами беседы сегодняшней. Мы с вами сшили юбку, то есть мы ее выкроили. После этого мы ее обоверложили, обработали оверлоком, если говорить правильно. Сшили боковые швы, правый просто так и левый, вшив в него молнию. И обработали верх юбки, там, где у нас линия талии. Я люблю юбки без пояса, поэтому я обработала вот такой вот полосочкой, косой беечкой, видите? Вот она. Что осталось сейчас? Сейчас я пойду эту юбку намочу теплой водой и к подолу юбки подвешу что? Прищепки. Вот эти прищепочки. И дам этой юбочке посушиться. Я делаю это потому, что у меня льняная юбка. То есть лен может повести себя довольно непредсказуемо. Если у вас юбка из японского хлопка, возможно, этой операции не стоит делать. Но, возможно, ее стоит сделать. Итак, сейчас идем и мочим юбку в теплой воде, навешиваем прищепки, вешаем ее вот на такие плечики, сушиться. Не отжимаем, не отжимаем. Ну вот, смотрите, зрелище довольно страшноватенькое получилось. Но мы повесили прищепки на подол нашей юбки и просто подождем, пока она высохнет. Итого, краткий результат на сегодня. Всю техническую работу по составлению верха лоскутной юбки мы с вами сделали. Юбке осталось только высохнуть. Ну, а вы пока займитесь. Вот у нас полоса 14 сантиметров. Во-первых, решите, какой у вас узор будет в центре. Просто полоска, вертикальная полоска, крейзи или, может быть, кружев. И займитесь цветовым подбором. У меня на сегодня все. Встречаемся в четверг в 334-м лоскутном эфире.